Всем привет! Я Даша, а со мной сестренка Алена. Всем привет! И в этом видео мы устроим Minecraft Battle, в котором мы будем строить дома в стиле Among Us. За ограниченное время до конца Battle мы не будем видеть дома друг друга. А в конце мы проведем экскурсии по своим домам. Алена, ты готова? Да. Зрители, а вы готовы? Если за 3 секунды успеешь подписаться и поставить лайк, то ты узнаешь, как построить дом в стиле Among Us. 3, 2, 1. Молодец! Ты узнаешь, как построить дом в стиле Among Us. Тогда на счет 3. Так, разбегаемся. Ну подожди, на счет 3 мы только разбегаемся. Иди сюда, обратно. И сейчас только на счет 3. Давай, Орион, раз. Давай, раз, два, три. Время пошло. До свидания. А что тебе смешно? Здесь все серьезно. Даже не начинай. А мы вот с этой стороны надо лицо рисовать. Да? Да. Я пошла. Ты, блин, тут и золотых боков наставила. Не люблю золотые так, ладно, звуки. Ничего страшного. Так. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Спасибо нам за урок испанского, Алена. Благодарю тебя. Ты чисто йо. Йо, это я. Да, Алена вообще нас испанскому учит. Так, раз, два. Раз, два. Нет, лучше испанскому их научи, там, uno, dos, tres, cuatro, siete, миллион. На русском давайте, девочки. Да, конечно, давайте на русском, с испанском, там, девочки. Давайте. Чуры! Блин! У меня телевизор получился. Я телевизор сделала. Блин, что так темно? О! Так, подожди. Что я делаю? Я сбиваюсь со счета, господи, я это уже 10-й раз считаю. Кстати, вы заметили, что у нас скины даже в стиле Among Us? Почему он Among Us, а не Among Us? Потому что это Among Us. Among Us, а не Among Us. Ой, то есть наоборот. Да, когда мы немного все тупим. Так, подожди. Так, Алена, я уже достроила дом. Что? Что ты говоришь? Я тебе не верю. Но верю. Я из-за вас не поняла, что ты сказала. Я тоже. Кстати, а вы заметили, что у меня желтый скин в Майнкрафте Among Us, как вы смотрите, сейчас я вам покажу. Вот такой. Не помню. А, у Алены желтый. Желтый, кстати, вот. Отличные новости. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Алена, интересно, какой у тебя сейчас просто Among Us, мне так интересно. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Алена, пожалуйста, можешь считать? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Алена, можешь считать? А, хорошо. Вот я уже вот, ну вот, построил все самое нужное. То есть, как бы, мне осталось только... Алена, ты знаешь, сколько осталось минут? Сколько? Много. Идеально. Ну вообще, что там... Ой. Ну вообще, 11 минут. Хорошо, отлично. Идеально. Плохо. Я еще собираюсь внутри обустроить. Все очень красиво. Что ты сказал? Знаешь,
Знаешь, Алена, если честно, я тебя просто слышу из другой комнаты, как ты там орешь. Да. А че сопите, почему-то. Алена всегда такая странная, поэтому не удивляйтесь. Так, теперь мне надо вот так вот. Я помню, мы, короче, ездили к бабушке, ну, потому что родители уехали в Москву по делам. И там я им отправляла весь, ну, высылала, что-то там написала, я еще тогда научилась писать папу, и там была мишенька, так это. Алена, давайте на эту песенку в студию. Так, ладно, все. Песенка в студию, так это. Алена, перестань. Я вот сейчас вот просто строю вот этого амонгуса. Так, что, я расстроена, ты быстрее меня строишь, я расстроена, все, не дружу с тобой больше. Почему? Потому что ты быстрее меня строишь. Я что-то увидела, все. Так, все, дальше. Алена! Ну, Алена, ну перестань уже! Реально! Нет. Так, сейчас я тут так. Ой! Ну перестань разные звуки издавать, это честно надоедает. Ребята, вы в курсе то, что в Испании говорят не ой, а уй! Всем дали, вот просто очень интересно. Да, вообще идеально, да, я знаю себя. Да, я ужасный человек. Почему нет? Не. Если тебе этот... Хать. Алена! Что такое? Так, а знаете, осталось... Что такое красота? Знаете, сколько осталось? Нет, не знаю. Сейчас ты узнаешь. Тебе интересно? Тебе интересно? Нет. Ну, давай. Осталось? Новости мира. 8 минут осталось. Сколько? 8. А что ты, Алин, построил? Что ты построила? Что? Что ты построила? Я построила... лицевую сторону. Сейчас буду... Только лицевую сторону? Да, вот я начинаю... Я просто все такую надпись... Я который заканчиваю... начинаю строить крышу. Что такое красота? Алена, ну перестань ты уже нам песенки всем петь. Давайте, детские песенки, че? Алена, ну реально, перестань. Вот такое. Я для тебя дома в своем надпись сделала. Ты говоришь, что только лицевую сторону закончила делать. Я в своем доме еще надпись повесила. Да если ты только лицевую сторону закончила делать. Я еще надпись дома сделала, сейчас вот уже... У тебя там места нет, как ты там сделали? Одну стену достроила. Как же нам интересно. Очень. Да, вообще, новости мира. Чисто. Чисто. У меня реально чисто. У меня нет. А у меня в доме не чисто. Но в нашем доме в реальной жизни чисто. Ну, практически. Алена, тут секретики-то я не рассказывай. Ой, я вам такой в реальной жизни расскажу, что у нас... А ты что, не в реальной жизни? Ну, как бы, играю я в реальной жизни. Нет, я запуталась. Короче, знаете что, мне игрушку купили.
А чем ты сделал утро, если было утро? О, я сейчас знаю. О, господи. Хартус. Я помню, на испанском бы написал, только я, если бы я была. Я, короче, писала двери, а в итоге мне пришлось написать дверь. Че? Дверь искала. Все, мне осталось только найти освещение для моего дома, и я воспользуюсь светильником. В смысле, я еще даже стены не достроил. Я потом еще хочу пол сделать. Потом еще я хочу крышу сделать. А, это не называется не светильник, а светокамень. Все, я поняла. Господи, какой светокамень? А, кстати, да. Светокамень называется светокамень. Так, смотрите, я сейчас попробую поставить куда-нибудь. О, наконец-то я поставила себе светильник, и теперь я могу хоть что-то видеть, а не слепой ходить. Вот здесь по углам расставлю. Блин, я не по углам расставила. Я расставила совсем по-другому. Что-то тут не так. Вот знаете, что я хочу сделать? Просто это типа как украшение. Просто немножко офигеть. Хотя что-то тут офигевать. Здесь это все просто обычно. Но все равно. Я стараюсь. Я очень стараюсь. Красная пизда, ну там две буквы. Да. И когда даже старается, получается всегда не очень. Это чисто я. Я стараюсь на надписи, где две буквы. Алена, а ты знаешь, сколько осталось? 4 минуты. О, кран Васяра. Ну, ничего страшного, мне еще надо пол сделать. Потом крышу доделать, да, конечно. Ты уже там светильнички ставишь, а я тут только крышу доделала, не сделанную. Ну, знаешь, в моих планах было, конечно, много чего, но я только светильники успею поставить, скорее всего. Ну, хотя один светильник хватит. Я тут, ты знаешь, вообще, как бы я еще даже... пол не сделала, а ты там уже что-то там про светильники говоришь. Вообще, так. Так, подлетаем. Ну, слушай, я тут уже достраивала светильники. Это очень даже прикольно. Так, теперь мне надо... Так, убираем вот эту штуку. Теперь вот так вот, и все. И ставим факелы. Ну, в общем, все, последний... факелы. Не, факелы, это уже прошлый век. Вот светильники, хотя, не знаю, факелы, блин, надоели, это знаете? Это нормально. Так, сейчас сюда вот... Но мне факелы лично надоели. Факелы. Да. Не надо ставить на мой... Алена, осталось 2 минуты. Ну, можно так сказать, рисунок. Это просто надпись с двумя буквами, и все. Какой-то рисунок. Чтобы здесь еще немножко освещало, я сюда еще поставлю на пол еще вот эти светильники. И вообще будет дом светильников. Тогда... Ну, я потом хочу, знаешь что, короче, светокамень тоже найти, только я не знаю, как я его найду, потому что у меня в поисках я не смогу написать. Блин, у меня светильники слишком уж длинные. Придется один блок у всех отрезать. О, у меня появилась идея. Блин, у меня здесь прям все это под завязку. Но я здесь, конечно, не обустроила дом, но сюрприз сделала. Все-таки. О, сюрпризе. Сюрприз. Так. Ну, вы знаете, что я люблю делать. Да, круто, нет. О, вот так, нормас. Так, я еще одну штуку придумала. Только что прям. Мне только что она возникла. Сейчас я ее сделаю. Все. Красиво. Все идеально. И так, смотрите, теперь... что я здесь придумала. Так, сейчас я здесь только вот так сделаю. Ой, я такое придумала. Ой, ты не понял. Ну только, Алена, ты должна это все придумать за 25 секунд. 25 секунд? Осталось 25 секунд, не поверишь. Ого. Так,
Блин, я вряд ли это смогу сделать. Не знаю, что мне делать. Так, все, я все построила. Мне... Блин, пожалуйста, не смотри в мой ужасный дом. Хотя, Алена, знаешь, сколько уже осталось? Что? Сколько? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Стоп! Все! Мы закончили строить дома, и сейчас мы посмотрим, какой же дом у Алены. Так, где там эта Аленушка? Ой. Я просто сзади вышел, у меня просто это... Сзади? Да, конечно, на идею у меня не хватило времени. Ну ладно. Ты здесь лишнюю, конечно, ладно, построил. Так, ладно. Да ну у тебя там... Мне, Алён, очень, кстати, понравилось. Это твой дом... Подожди, подожди. Ты уже посмотрел? Твой дом я весь посмотрел полностью. Вау, 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 вау. Подожди, вау, вот вау, так. А что ты написал ТВ? Ну типа, ты же Фавиплей ТВ. Ага, ну прикольно, прикольно, прикольно. Это я для тебя. Ну а тут это вообще рыба должна быть плавать, но я не успела. Угу, понятно. Мне, в принципе, очень нравится твой дом, особенно вот ТВ. Я сейчас, подождите. Сейчас. Как обычно, беру свой любимый желтый блочек и пошла... Алёна, смотри, 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 смотри. Ой. Я стою здесь. ТВ. Ну в принципе тут... А, ты еще из глины построил? Это вообще... А, ты че? Она уже зелит мой дом! Так... Что? Где корова? Где корова? Где... Я в наушниках, я уже... Где корова? Алена, сзади, сзади есть двери. Идем. Если какой-то... Где корова? Это моя ферма. О, господи. Из которой вылазит красный коров. Нет. Пусть они обратно. И вот смотри, здесь а можно... Что, почему они выходят и обратно? Ну что там? Да, и смотри, а здесь можно... Здесь? Ого, сюда можно попасть. Они, главное, здесь выйти не могут, а мы здесь можем с ними походить, покормить. И, в общем, я сделала амонгус ферму, из которой выходит и заходит эти вот красненькие коровки, которые очень миленькие. Согласись, Алена? Так. Да. Знаешь что? То есть здесь амонгус в амонгусе. Понимаешь? Что Амонгус. Это Амонгус? В Амонгусе? Просто не говори мне. А нет, у меня же весь крыш для тебя идея. Ну ладно, Алена, пойдем на улицу. Подожди. Я, короче, пошла на улицу. Сейчас только сделаю танцы. Только потому что... В смысле? А, чат точно. А, что делать? Так, все. Так. Ставь лайк, собираюсь это видео, подписывайся на канал и жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ну а пока, перейдите в следующее мое видео. Увидимся там!